есть. За что, за что? А что, есть куплет? Вот этого, типа, я не знаю, вот у одного типа точно есть куплет, наверное. Ладно. Макс, давай. Бля, страшно. Как тут не плакать матерям, что потеряли разум где-то под газой или по трассе, небо погасло, холодное пламя, утраты, растраты на путь. Как, скажи мне, уснуть под эту резню, под онемение скул, в беге секунд, молча играя в тоску. Печали разгул, болью разлук, холодное дуло к виску, пальцы греют металл и курок, вновь готов, уже суть, все готово к концу. Приготовься ко сну, я косою коснусь, я осколки костей, под крики истерик, по кафелю каплями крови стекая из носа, пугая гостей. Я здесь и под запах усопших скорбь, да отметин на коже, скажи, как же вышло так, что пуст промысел божий. Я не верю, что последнему свыше дарован был шанс стать первым. Не верю, что близкие встретят меня, когда я ступлю на тот берег. Не верю, не верю в веру и верность, не верю в Бога. Нет исхода, и нам смертным не найти компаньона в дорогу. Мы бродим, потопим, по тем, кто утоплен, платим за похоть. И без слова прости, мы уходим в моменты, когда так безумно нужны. Нет, не можем без лжи, и в слепом двуличии мы смеем кличить это белой ложью во спасение. И ради любви, и ради потех любых мы до 666-го пота рады истачивать плоть, и готовы затем избавляться от пота. И сыродородом мы против природы, подарок на муки могилы. Смерть лишь то, что сыграет те ноты, что ты, человек, заслужил. Самые позитивные песни у группы Postmortem.